парламентских выборах мы поддержали партию социалистов, но буквально вчера я узнаю о том, что без всяких консультаций партия социалистов ставит ставку на выдвижение кандидата Башкана Ирину Влах. Но буквально недели две назад мы говорили о другом кандидате. Поэтому сегодня решение партии социалистов Республики Молдова в Кишиневе, именно политсовета, оно расходится с мнением вулканевской команды. Я не могу говорить о других командах Чадырлунги и Камрата. Поэтому мы оставляем право за собой поддержать кандидата. Первоначально шла кандидатура Яниогу Валерия Федоровича. Поэтому вулканевская команда была уже определена, кого она будет поддерживать. И сегодня для меня, например, непонятна позиция политисполкома партии социалистов Республики Молдова, которая вела переговоры до сих пор с одним человеком, сейчас поддерживает другого человека. И для нас это сложно. Есть уже определенная работа проделанная. И сегодня выйти к избирателю и сказать, что нет, мы поменяли свое мнение в течение двух недель, я этого сделать не смогу. Поэтому для меня есть очень много вопросов, как для партии социалистов, так и к Игорю Николаевичу Додону, о том, какое было принято решение без консультаций, без выдвижения каких-то предложений, как для нас, как для команды, которая поддержала его на парламентских выборах.